И в продолжение темы. В понедельник утром в Чебоксарах горело здание кафе в поселке Восточный. По предварительной версии, причиной пожара мог стать поджог. Накануне сотрудники органов внутренних дел отметили профессиональный праздник. Необычным способом поздравить стражей порядка с этой датой решили представители общественного совета при министерстве. Они угостили полицейских, несших в этот день службу, горячим чаем и пирожками. Сперва представители общественного совета Иван Бойко и Этнер Егоров посетили дежурную часть МВД. Для стражей порядка, заступивших утром на службу, их визит стал приятной неожиданностью. Как отметил подполковник полиции Евгений Воронцов, большей частью дежурным, находящимся на службе круглые сутки, приходится сталкиваться с негативной информацией. Поэтому небольшое чаепитие хоть немного, но скрасило начало их рабочего дня. Инспекторы ДПС, несшие службы на площади Республики, были приятно удивлены визитом общественников. Полицейские как раз оформляли нарушителя ПДД и немного прозябли. Стражи порядка пообещали угостить выпечкой и коллег, обеспечивающих безопасность на городских дорогах. Достался пирожок и водителю, на которого как раз оформляли административный протокол. Следующим местом раздачи горячей выпечки стал стационарный пункт полиции на Красной площади. По словам сотрудников патрульно-постовой службы, в будни на заливе спокойно. А вот к вечеру некоторых граждан тянет на приключения. Есть необходимость несения здесь службы и полицейского со служебной собакой. Очень приятно, то, что поздравили нас. Вкусные пирожки, прекрасный чай. И на душе спокойненько, как бы, заботятся о нас. Вот, и не забывают. По словам кинологов, повседневный рацион овчарки Бегги выпечка не входит, но в профессиональный праздник можно побаловать и четвероногого помощника.